Музыка из кинофильма «Легенды осени». Джа Цэй Ли, Джан Кунг Сю. Вторая пара Китая. Видимо, на прошедшем чемпионате Китая не выступал кто-то, либо Цинпанг, Джан Тонг не выступали. Хотя нет, вроде выступали. Может быть, Дан Джань, Хао Джань не выступали. Иначе как эти спортсмены могли стать вторыми? А может быть и была конкуренция. Не удалось восхититься их отличным заходом на поддержку, потому что поддержку они сорвали. Большую часть других элементов они выполнили чисто, хотя на Тодос из-за срыва поддержки у них, по-моему, не хватило скорости. Нужно было заходить на более высокой скорости, чтобы было достаточно вращений, и смена руки прошла незаметно. Ну и в выбросе выезд тоже не получился у китайской спортсменки. Да, что касается Дан Джань, Хао Джань, они не выступали на минувшем чемпионате Китая.
Поэтому вот эта пара и занимает второе место на китайском чемпионате. The scores, please, for Jia Qili and Zhang Wenqiu from China. The technical element score, please. 25.68. баллов на 4 меньше по прыжкам и элементам, чем у других китайцев, но компоненты, да, так и должно быть, чуть-чуть повыше, но тем не менее они занимают третье место среди пяти выступивших пар, на 2 балла отстают от своей другой китайской.